Всех приветствуем, всем ос. Сегодня нашим гостем будет сенсей Лаша Габараев. Вот же он. Здорово. Здравствуйте, сенсей. Вы в таком кресле серьезном, что просто ос вам. Че, меня нормально, да, видно? Да, все, ты красив, ты пострижен. Я со своим крутым штативом. Ты загоревший, ты пострижен. Ты, как всегда, с улыбкой. Отдыхаем. Как там у вас температура? Жара? Да, слушай, нормально. Иногда жара, иногда холодно. Мы же на Урале живем. Все по-разному тут. Я думал, у вас жара-жара вообще, потому что как-то все поменялось. Все. Везде жара, в Москве сдохнуть можно. Хорошо, я вам представляю нашего гостя. У нас сегодня сенсей Лаша Габараев, мастер спорта международного класса, чемпион России, трехкратный, правильно? Да, да, да. 950-кратный призер Европы различных крутых турниров, тренер клуба God Hand, один из соучредителей. Вообще крутой боец, крутой, блин, все круто у него. Я сейчас тебе покажу. Вот, соучредители клуба God Hand. Йоу, камон! Ну что, брат мой, мы сегодня будем разговаривать, будем задавать тебе вопросы, которые я накидал, которые люди накидали. Мне интересно будет и про жизнь, и про спорт позадавать вопросы. Ну и ты скажешь свои впечатления, потому что нас смотрит много молодых бойцов, много родителей, много тех, кто даже с карате не связан. Многие берут, говорят, что классные эфиры получаются, и многие берут даже вне спорта какие-то советы. Поэтому то, что я говорю постоянно, уже всем приелось, но лично моим. Надо, чтобы ты сказал. Может, мои слова на твоих повлияют учеников, мои на твоих, и наши общие слова на еще на кого-то повлияют. Поэтому давайте начнем. Давай. С твоего вопроса, да? Да, давай. У тебя есть ко мне вопросы? Ну, у меня пока нет вопросов, но по ходу беседы. Давай. Я набросал вопросов тут нормально вообще, поэтому надо будет быстро отвечать, потому что у меня 20 вопросов. Давай. Первый вопрос. Как и где ты начал заниматься? Чем заниматься? Я знаю, что не киокушином ты начал заниматься. Не, ну, заниматься начал киокушином, но какое-то время занимался другим видом еще. Не-не, вот вначале чем ты занимался? На киокушин пришел. Первый раз пришел на киокушин, да. То есть с самого детства раннего пришел заниматься здесь на Уралмаше, на районе. Вот. Там, где Денис дрался с бандитами? Не, это еще если раньше взять... Это еще такой Мазеин у нас есть, сенсей местный, это еще с тех годов. Не, я говорю, там, где Денис Кухарев дрался, это тот район? Денис Кухарев дрался с бандитами. Где Денису, да, там, прилетело от местных таджиков. Не, на самом деле, там они как-то так разрешали, да, там. Денис пропиарился на этом фоне. Я видел, да, прям там по телевидению. Все, да, в метро. Давай, расскажи, как ты начинал? Вот пришел, получается, в 5 лет пришел, там мне исполнилось 6, и началась такая карьера у меня киокушиновская, то есть с детства на Уралмаш практически, ну так. Жили мы на Уралмаше, и поэтому туда пошли заниматься. Кто вот. Тренер? Тренер у меня был такой грек, я уже забыл, как фамилия там. Бастонидис, что-то такое. Ну, все это было под бранчем Мазейна, получается, такой вот Мазейн, сенсей известный. Ну, местный тоже, из ФКР. Вот. Ага. И все, там занимался что-то долгое время. Потом мы очень часто переезжали с семьей и менял там тоже залы, где-то филиалы находил где-то рядышком. Вот. В итоге потом как-то лет 10 попробовал себя в этом дюсимон. Знаешь, стиль такой, как бесконтакт. Ну, спортивное карате. Крутой мастер там у вас есть по дюсимону, который Шахан. Да, Казанцев. Вот как раз я туда и пошел, там у меня у отца как раз знакомые были. Вот меня туда отводили какое-то время, я там занимался 2 года, даже на первенстве России выступал, 3-е место там занимал. То есть, а это похоже на Шотокан чем-то, этот дюсимон? Ну, относительно.
Так, как, она, как там вообще, этот, как оно все выглядит? Эти? Более спортивное карате, традиционное, вот туда ближе, если смотреть. Низкие стойки, скорость такая, руками в голову не работают на обозначение. Вот. Ну, это чувство дистанции, дальняя дистанция. Вот это из того разряда, где они прыгают очень много, и потом резко кричат, кто кому попал. Как где вот, долго стоят, потом... Ну да, 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 вот работа на тайминг, именно выждать дистанцию и атаковать вовремя, то есть попасть. Ну, блин, я бы раньше на это вообще внимания не обратил, а сейчас я много смотрю этих соревнований, кстати, вот этих. Но мне что-то нравится, не знаю. Ну, в связи с нашими правилами, наверное. Я там, кстати, когда занимался Дюсимоном, очень классно себе киэй наработал. Я после Дюсимона, когда пришел в Киокушин, все над мной прикалывались, ржали, что я очень громко киэй ору. И меня постоянно на соревнованиях стебли, типа, кричали, громко кричи киэй, типа, победишь. А там, типа, с ударами, знаешь, залетаешь с киэй. Громко-громко, и типа вот для них это такой стёб был. Слушай, короче, вот получается, ты занимался киокушином, потом пошел на дюсимон, и потом опять на киокушин. Да, да, вот какое-то время позанимался дюсимоном, понял, что маленько не мое, хотел уйти оттуда. Вот в итоге как-то мы переехали на сортировку на район. Вот это, где-то лет 10, наверное, было, может, 11, вот так вот. И я начал заниматься у Дениса Сергеевича, вот Курчанина, на сортировке. А в то время это как бы школа такая самая суровая была. И они уже там такие зарекомендовали себя, ну, по России, как именно детское карате очень было развито, как бы, в Екатеринбурге. Но единственное, что было, что меня напрягало всегда, что там тренер был такой суровый, всех палкой бил, и это все случилось. А, то есть не Денис Сергеевич, другой был? Почему? Денис Сергеевич тренер был. Да, да, то есть, ну, много рассказывали, я пока решился туда пойти, потом думал, ладно, пришел туда, смирился. Мне сразу сходу с первой же тренировки как прилетело по заднице. Ну, и вот так вот понеслась у меня. Знакомство такое было, как бы, с карате. Так, хорошо. Давай второй вопрос. Роль твоих родителей в занятиях карате, как они влияли? Было такое, что, знаешь, как вот сейчас бывает, приходит ребенок, там тренер накричал, и он говорит, я не буду заниматься. Родители говорят, ну, ладно, найдем что-нибудь новенькое. Знаешь, типа такого. Как-то не, такой роли особо не было. Единственное, что меня привела мама как бы на карате, и она как инициатор была, чтобы я занимался, потому что я очень много фанател там за Ван Дамма, за такие моменты все, шпагат любил в детстве сидеть там. Ну, не только в детстве, и сейчас. Ну да, семьи собирались, это как бы моя фишка была сесть на шпагат, там, показать пару ударов, и вообще, то есть это постеры Ван Даммов, там, Чак Норрис, Брюс Ли, и вот все эти направления, меня мама просто психанула. Как они тебя, родители, там, мотивировали, или подстегивали, или кричали, или заставляли, есть какие-то истории? Да, слушай, вообще никак, вот просто, как бы, в какой-то момент мама сказала, что, типа, достал, вот, иди, занимайся карате, и все, дома только от всех отстань, типа, это, не домогайся своими, там, ударами. Вот, в итоге пошел заниматься, и как-то вот, что киокушином начал заниматься, вот это, ну, меня сподвигло такой жесткости, то есть жесткий такой вид оказался. Я раньше думал, что как-то карате так все легко, там, вроде свободно, плавно, вот, а как в киокушин пришел, так понял, что здесь как бы так. И меня сначала вот эта жесткость-то и напрягла, потом пошел, когда на традиционное карате, уже там попроще было. И уже мне вот этого не хватало. Позанимался чуть традиционным карате и вернулся обратно в киокушин с такой жаждой, что типа вот это настоящее, что типа там как-то так, это все лайтово. Так, хорошо. Вот. Так, во сколько лет был твой первый турнир? Ну, первый турнир? Ну, прям вот в 6 был у меня первый турнир. Я с детства самого выступал. По киокушину, да, получается? Да, да, в Калининце, это вот на Уралмаше, я там дрался часто. То есть по детям. Я вообще по детям часто проигрывал. Ну вот первые разы как-то я помню побеждал, а потом уже такое время пошло, когда уже ближе к 10 годам там начал как-то проигрывать. И чуть, ну не получалось очень много. Вот. Хорошо. Какие достижения у тебя по юниорам, по детям? Просто у меня их не было. У многих крутых бойцов в детях, по детям ничего не получалось. Как у тебя было? Ну вот у меня также ничего не получалось. Где-то годам 14, может, более-менее начал уже драться, там, ну, так, такие какие-то там УРФО выиграл, там, еще какого-то статуса. Ну, УРФО это же меня... круто, у вас мастера за него, по-моему, дают. Ну, да, у нас на УРФО раньше очень много народу было, по 6 боев было на УРФО, то есть, вот, в Челябинске собирались там, такие прям зарубы были, в 2 дня, представляешь, УРФО проходило, то есть, настолько раньше это, УРФО прям серьезное было, как первенство России даже это.
Ну да. Ну сейчас так у вас. Приезжали, считай, на Урфу очень много разных гостей. Там казахи приезжали часто. Нормально. И у нас здесь все рядом они были. То есть такое Урфу получалось очень сильное. 16 у нас был машиной уже, да? 16. Почти. Почти. Или такой фиатик был просто. Да, да, легкий такой. Ну, в общем, по детям, да, ты выигрывал. Были у тебя победы хорошие? Ну, были, да, были победы. Ну, не так доминировал, как многие там в зале. У нас в зале вообще раньше все практически такие были матеры, и каждый там практически не по разу перец России выиграл, если чтобы ты представлял. Ну, в одной группе только моей, и поэтому меня так это подламло, ломило немножко, что я там, знаешь, в коллективе в таком. Но за счет этого, видишь, я рос очень много. То есть я с ними там до определенного возраста, там, до 18 лет, допустим, рос. А потом они как-то все рассосались, разбежались, и мы там с Андрюхой остались, там, Джамшет, еще пару человек. Mm-hmm. Вот, и я, получается, накопил вот эти все знания, и потом уже в мужское карате как бы уже. Ну, у тебя такой всплеск был, я не помню, какой это год, когда вы в Украину приезжали, у тебя ты прям подъем такой, я тогда тебя узнал. Ты тогда, нас что-то на Украину не пустили в Киев, там какая-то козлячья была Украина. Ну, типа, нам Шихан говорит, там херня будет. А вы приехали, ты в моей категории выиграл. И я такой, блин, сразу начал искать, кто это. Ну, и вот тогда я тебя узнал, и потом смотрю, у тебя турнир за турниром, ты тогда пошел. Я не помню, какой год, но тот тогда твой как бы начал. Ну, прикол. Это вот такой пик и пошел. Я как раз вот 16-17 начал там более-менее побеждать. Там Урфо выиграл, Перест России вторым стал. Зубареву как раз там Кириллу проиграл в финале. Там нормальная тоже подгруппа была в Челябинске. Мы, помню, еще финальный бой дрались в час ночи, представляешь, там, ну, столько народу было, много прям вообще загружено. Нормально. Вот. И после этого, считай, 18 лет уже поехал на Россию. Вот Россия была в Самаре как раз в 2008 году. Вот расскажи следующий вопрос. Какая первая твоя выигранная Россия? Во сколько лет ты выиграл? Ну, как там было? Вот, получается, 18 лет. Это вот Россия в Самаре у меня была. 18 лет уже выиграл Россию? Не, я ее не выиграл. Я там занял третье место. Но, чтобы ты понимал, это вообще прям... Когда я приехал на эту Россию, 18-летний, там в категории 17 пермяков, там, знаешь, а в то время пермяки в 70 килограмм, это как бы, ну, изверги были вообще прям. Они там выносливые такие, как бы прям, это как роботы, знаешь. И там каждого из них, чтобы пройти, это надо было, знаешь, сил отдать. Сталинградская битва. Да, да. Ну и плюс такая Россия была, где уже там дрались еще до сих пор Лакаев, Шамиль дрался на этой России. Там, там же и Рома Семченко, там же и Стас Романчев в категории, там Джамшет. Такой Хрущ был, хороший очень боец. Тоже кто там еще? Ну, Хрущ, который всяких... с Ромой где-то дрался в финале на Японии. Это, да? С каким? Семченко? Семченко. По-моему, не, про него рассказывал. А, Хрущ дрался. Рома с ним. Да, Я просто не знаю, кто это. Хрущев. Ну, вот там такой замес и получился у нас. Вот как раз 70 на этой России. Прям дикий замес был. Потому что там первый день, считай, 5 боев. И мы там словились. В четверку у нас словилась уже такая, что я с Хрущевым, получается. Кто там? Семчика кому-то там проиграл, получается, да? И Романчев с Джамшедом словился. Вот в четверку у нас там уже зашла такая. Это на России, где Лечи дрался с Козловым, может, помнишь? А, я понял, бой. Понял, Вот. И там, считай, второй день был, у тебя, получается, там, 7 боев в категории, представляешь, там. То есть ты там был, да? Чемпионат России, да. И мы, получается, с Джимми просто за выход в финал там сделали такой бой, как бы, ну, договорной, скажем так. Потому что я первый раз, считай, на России, 18 лет, для меня попасть в полуфинал, это уже как бы, ну, счастье. По тем меркам я там и не планировал там на первое место. Все, мы с Жимми так отодрались, и за третье место я там с Саней Михайловым дрался. Вот. И тоже в то время Саня как бы такой считался серьезный. Ага. Ну вот. Выиграл. Хорошо, выигранная Россия. До 80, по-моему, ты выиграл. Выигранная до 80, да, это 10-й год. Это в Москве Китова, была Россия. По-моему. Это, короче, 9-й год, получается, я поехал в этот в Иркутск, там я проиграл, в полуфинале Баженову проиграл, тоже вот, где Семченко как раз поднял там Россию. А, да-да-да, вот. Там, где Макс потом писал, это Хабаровск, это да, потомная да, не это... шутка. Жестко. Вот, и все, и после этой России я вот настроился, прям на сборы поехал, мы в Москве большие сборы провели, тогда еще вот Руслан Евгеньевич начал собирать сборную команду,
Вот, Тарел, когда вот тогда уже там в топе был, то есть это его такая Россия тоже получилась, как бы решающая. После этой России мы просто готовились на чемпионат мира абсолютно, это 11-й год как раз там, за год до когда мира. У вас куча сборов крутых там было. Да, да, вот перед этой Россией такие серьезные сборы были большие. Вот в итоге подготовился, там настроился, и это вот первая Россия была, где я с Игорёхой дрался, вот Титковым выиграл. И там же я получил Тамашевари первое место вот на этой России. И, то есть, такая первая Россия для меня была, которая, знаешь, там, какую-то корону одела на меня. Там, я себя почувствовал таким, знаешь, типа важным в мире киокушины какие-то, знаешь. Там, вот. Ну, так. Я тогда помню, знаешь, как-то я вообще офигел, когда Титкова выиграл. Я Титкова уже давно знаю, понятно, он там старый боец и такой, как бы. И он на всех АКРах там везде в финале. И когда ты в Киеве подрался, я потом пацанов киевских спрашиваю, а вы видели пацана этого вживую, Лашу? А они такие, ну да. Ну что, как он? Они говорят, ну пацан еще, пацан. Пацан. И тут ты, короче, выигрываешь Титкова. А я так, вы когда выходили драться, я думаю, ну пацан, что там, пацан. И тут ты выигрываешь, я думаю, ни хрена себе, пацан, блин, нормально. Ну да, да. Я до этого-то на России еще с ним встречался же, я же с ним на КР дрался первый бой. Вот АКР, когда был, этот, в 2010 году тоже АКР. Вот, как раз мы с ним до этого на АКР словились. И я тогда, вот, когда еще, получается, молодой еще сопляк, меня на АКР, считай, Денис Сергеевич заявил там с Андрюхой. И все для меня там дико было, представляешь, на абсолютку. Я там 78 килограмм вешу, там, грубо говоря. Ну, там массу, наоборот, пытался набрать максимально. И 70 килограмм, считай, ну, я там, сука, смог. Вот. В итоге, короче, вот, давай пока, вот я не забыл, интересный был вопрос, мне понравился прям, про море. У вас два боя было с море, ты в одном бою его вообще разобрал, я помню. Да ты его и во втором разобрал, но я помню новые тогда... правила меня подстроили. Да, я просто, да, там что-то гентен же какой-то, как-то они... А что-то какой-то бой, да, получился. Что-то схитрили там они. Упирался и много, но... Я помню, первый бой никто вообще не ожидал. Ты его просто забил, но море, ну, двукратный чемпион мира, там все. И ты как его начал бить, как это свое полу-йока, полу-май еще ему втыкнул, и когда он просто вообще встал. Да, вот мне стоит. Кажется, вот он и был как бы такой, знаешь, уже это. Вообще, у меня глаза вот такие были. Я что-то готовился на какой-то бой, помню, и аж залип, потому что так думаю, нифига себе, такое бывает, чтобы такой японец матерый просто сдался. И потом они же, японцы, любят эти все реванши, они так подстроили, что вы через 4 года с ним опять встретились. Uh-huh. И такой же был у тебя, такой же план был, такой же я повторялось. Уперся так же, побежал на него вперед, да. Ты его выиграл, просто там что-то они начали хитрить, и как-то по гентену ему дали победу. Ну так, да, за это упирание в бою, как бы они оценили, что как бы, ну, нарушение. Ты как бы, я так помню, что... даже не расстроился, хотя, ну так, вроде бы не расстроился, потом еще на сценарии с ним шутил что-то, но я думаю, ну внутри же по-любому какая, блин, обида была. Ты его, блин, второй раз они сделали реванш. Еще, считай, на абсолютке, как бы, я еще никак забраться туда не мог, как бы, наверх, чтобы это... И они такой, расскажи про первый, про второй бой, просто это круто, это прям история. Слушай, первый бой-то я когда с ним словился, я там был на функции дикой, то есть и... Как бы у меня вообще задачи были раньше такие, когда я даже на России дрался, я функционалку поднимал сразу, то есть я зарывал там темп такой, что и моя фишка основная была там каждого бойца раскачать как бы на это. И кто как бы ввелся на меня, я же понимал, там будет дополнительное время, допустим, второе, третье, и я максималочку как бы отдавал первое время. Это сейчас просто правила немножко другие, и сейчас как бы так не подерешься, потому что сейчас закиснешь. Маленькое там преимущество соперника и сразу ему кину. А раньше как бы я шел ва-банк, раньше я как бы карате немножко другое было, там вязкая такая борьба была. Вот, и с первых буквально минут уже я заходил в зарубу, начинал сразу прессинговать. И на этом фоне как бы много кого брал. Ну, не готовы были просто рубиться долго. И я как бы этим самым сигналил, что типа, ну, я вот готов 3 времени рубиться, чтобы подавай со мной. Вот. А так, кто понимал, как бы, тот со мной спокойно начинал, там, допустим, уже там Игорёха Титков там потом со временем, видать, понял, что так, а и мы с ним начинали такой острый бой вести, то есть, ну, в обменку кидать, вот, а кто заходил со мной в обоюдку, зарубался, потом, как правило, его не хватало, вот, ну, это большинство, кого так не хватало, потому что я изначально, как бы, такую тактику боя ставил, и на мире также, получается, я заходил там
в боях, да, кто потяжелее меня были. Вот. И набирал их на функционалку, вот, и настукивал постоянно живот. То есть, вот, это как бы моя фишка была. Хотя японцы сами такую тактику любят. Хотя, а да, ты, получается, их, ты их оружием их разобрал. Да, ну вот мы с ним, как бы, как, если честно, попались, как бы, примерно похожие. Вот с Мори. Он же, как бы, такой технарь. Вроде техничный, все классно, а я ему просто не давал ногами работать. Но иногда там между моментами вылетало и бывало опасно. То есть я там представлял, что сейчас залетит сейчас какой-нибудь удар, знаешь. И при этом я все время его прессинговал. А он психовал от этого, видишь, ему нужна была дистанция. Вот. И я взял как бы свою тактику. Если честно, в третье время даже я не думал, что как бы он так остановится. Понял? Я думал, сейчас еще тяжелый он бой. Он просто сдался, просто как самурай сдался. Блин. Да, и там такая война была, что я вот в какой-то момент, когда нас оттянул, там рефери, я у Майгири ему туда пнул в живот. Я смотрю, он тормознулся. Я думаю, побежал от него, короче, доколачивать его в углу, знаешь, как это. Последние силы вообще все отдал, чтобы там, знаешь, удержать его. Но он как бы, он так и не упал, если честно. Ты видел, он там держался, он стоял там, знаешь. Ну да, да. Но вот. Он как бы все равно, он же там звезда у них, поэтому надо. Да, надо, да, ну как бы такой этот. Я кайфанул, как бы вот тот момент кайфанул, что я там, знаешь, в такой ва-банк побежал, считай, все силы отдал и как бы вытянул, ну, грубо говоря, на что планировал. Вот, и все. И про второй бой расскажи, как все там, что не пошло, что как было, как с твоей стороны. Okay. Я сказал, что мне казалось. Это, мне кажется, его подвытянули. Да, и, во-первых, второй бой, это такое время пошло, там, вот последний год-два, это смена правил, знаешь, помнишь, там все впритычок, то есть от турнира к турниру правила меняются. Все какие-то новые там поправки добавляли. Я как бы старался вроде как бы свое делать, ничего не выдумывать нового. Никакие там посечки не бежать, ничего не пробовать. Вот. И тут как-то так вышло, что я вот в них и попался, в эти правила, знаешь, новые, что как бы... Получается, я прессинговал его, и как-то меня там под конец времени уже гантен прилетел. Хотя, как бы по бою-то я бы выиграл, мне кажется, если вот так вот бой закончился. Да, они тебе на последней секунде, по-моему, дали гантен. На последней секунде буквально там я говорю, что такая постанова, и там судья Ямэ, я думаю, только не давай гантен. И он мне бам гантен, и там бам гонг, типа время закончилось, я думаю, блин. Вот и ты так еще спокойно стоишь, я думаю, блин, я бы сейчас вообще там упал. Да. А ты-то как нормально. Вот и все, представляешь, прилетело, и блин, и я думаю, как-то так несправедливо будет, неправильно, если я сейчас проиграю, как бы, ну, выигранный бой, по идее. И потом вышел, как бы, и понял, что ладно, может, они там Мори просил выиграть. И хотел, ну, а так ничего себе, он у них звезда такая. Я помню, мы еще пересеклись с тобой, ты ехал, ты, Андрюха, Игорь, еще малой был. И мы с Шаханом пересеклись с вами в аэропорту в каком-то, там пересаживались куда-то. И ты говоришь с Андрюхой, да мы не готовились, у нас сейчас работы много. Сейчас едем просто выступить так, просмотреть. Да, и тут такой бой с ним, с этим, с Мори. Я думаю, ни хрена себе не готовились. Но ты именно тихоня такой сказал, что да, никто на тебя не рассчитывал, а сам нормально дрался. Пишет, с Тюсо прошел до Мори. Да, я там же еще с Тюсо дрался с этим. А, да, выиграл, да, его? Да, да. Тюсо же до Мори еще дрался на абсолютке. И это... Он до меня, Тюсо, еще там чуваку попал, такого, как Маваш, Ушира Маваш, или что он там? А, этому... Помнишь? Канату, как... Канату этому. Да, Чик, да. Мухаммеду Чику. Сблизи, да, левой. Да, я помню, помню. Ну да, я Тюсо еще... молодец. Я как бы от него не ожидал, пока не подрался. Он молодец, конечно. Ну да, он такой необычный. Он, знаешь, он... Я просто, когда ему один раз на Европе проиграл, я его как бы тактику, технику все понял. Он меня как бы, ну, обманул там, знаешь, свою аэробную эту нагрузку заманил туда. Да, да, да. То есть, да, грубо говоря, сам ничего не делал весь бой. Я туда вкладывался, высаживал его, он как бы терпел. А потом второе, третье время, когда мы с ним дрались на Европе, я понял, что он с меня высосал всю энергию и начал свою вот эту вот аэробную, знаешь, руки, колени. Да, да. Удара ни одного нет, да. И все, да. А здесь на мире просто на абсолютке я уже четко знал, что с ним делать. Даже как бы не выдумывал там, знаешь, чтобы и с ним упираться. Тем более одно время на мире, это первые два круга, знаешь, я думаю, вот сейчас у меня есть это одно время, я его сейчас попробую сломать, как бы, ну, тупо вот в одно время. И как ты его, и как ты его, как ты его понял, как его надо ломать? Ну, так и получилось, что он как бы физически не такой сильный, как бы я взял, ну, да, и попробовал его проломить просто вот первое время, и он ничего мне так и не успел сделать. То есть, грубо говоря, я вот две минуты как бы и бил. Вот, он чисто стамина, на стамине. Такой, да, 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 и просто вот я как бы уперся, отдал как бы все это, силы первое время, и так и выиграл. Как бы.
Так, хорошо, хорошо. Так, дальше, То есть дальше. себя не жалеет, там, знаешь, в бою бывает, ты еще не знаешь соперника, там, первую минуту даже там ходишь, и разведка такая у тебя, а потом он может свое и навязывает под этот ритм твой. Ты чисто Вот, на концов. кинулся, Да, отдал вот у меня, все, да, допустим, сразу? с концовкой бывает такое, что у меня с концовкой непонятки бывают, и я вот не хочу никогда в концовку отдавать человеку, чтобы он преимущество забирал через концовку. Вот. У меня наоборот преимущество как бы по всему бою. Вот я там весь бой веду, а потом по факту, как бывает, концовку кто-нибудь отработает, там, знаешь, 10 секунд, его оценят как бы, а целый бой работы, который там отмахал, грубо говоря, его вообще никто не увидел у тебя. Да, Вот четко такая. последний мир у меня такой тоже был с этим, с CPN-ом. Вообще, Ну просто да. весь бой его кошмарил, там, грубо говоря, 1,5 минуты его бил, а он просто 20 секунд попрыгал, там, вот эту На свою месте тему. ножки, по-моему, Да, ножки я в на этой месте. концовке еще пытался его остановить, знаешь, думаю, ну что за бред вообще, куда ты побежал? А, что-то распрыгался, и в итоге время закончилось, и как я оказался, отдали ему, представляешь, а потом Ну, по бою это даже еще, не знаешь, перешла. россиян много, не жалко, а европеец, их там 2-3 коллеги, можно и Но они... я и говорю, что вот здесь вот концовку прозевал, и как вот у меня и бывало раньше, там, знаешь, я вот так вот бои проигрывал и наткнулся на такую тему, как бы, ну. А у меня концовку, вот видишь, он тяжелый, он большой, мне с ним упереться, допустим, в концовку, я не смогу явно преимущество как бы в концовке выиграть, понял? Равно с ним смогу подраться там где-то, это и то мне сила дать. А масса это все равно другая, видишь, я Ну, еще конечно. маленький, куда мне с ним упираться? То есть мне с ним прыгать надо по сторонам. Поэтому, как бы, в любом случае, за Но ним он будет здоровый, он преимущество. даже до 90 гоняет, я знаю. Он дофигища. Большой, У него под да, сотку вообще где-то. огромный. Конь такой, да. Но здесь он по-любому под сотку весил. Я прям это так Да. почувствовал. Так, Вот. что там они... Ну, это потом мы сейчас... Ага, все понятно. Как ты настраиваешься на бои и как справляешься с волнением? Вот если на соревнованиях, о чем ты думаешь? Музыку слушаешь, спишь? А Как вот эти, что слушай, делать? вообще ни о Это чем. Я больше всегда. для молодых такое, подсказка. А я всегда как-то в этом плане спокоен. И сам себя, ну, так вот работаю над собой, что если у меня там стрессовая ситуация, какая-то турнир, в любом случае как бы есть паранойя, там, как и у всех, да. Но я себя настраиваю спокойно, я адекватно на это смотрю. И у меня нету никогда психоза никакого, там, знаешь. Никогда не бывало такое, что там температура у меня там за день до турнира, там, вот как у многих там. У друзей сейчас, у учеников такое бывает, я их там Да, тоже с ними работаю, настраиваю их, что нужно просто расслабиться, принять просто ситуацию, и ситуацию принять так же, как тренировку обычную, то есть турнир просто наступает, это как экзамен твой, и ты как бы к нему так же подходишь, как обычные тренировки, как спарринговые тренировки, там вот в пятницу собрались на спарринг, с хорошим настроением пошел, с позитивчиком, вот, и типа как бы ты идешь изначально побеждать, доминировать там среди всех, свою технику крутую показывать, вот, и я также на соревнования, когда приезжаю, с позитивом, как бы, ну, типа, я уже изначально на турнире себя, как бы, ставлю в такую, знаешь, фиксирую себя в рамках чемпиона, то есть такого, я уже захожу там на позитиве, всегда там себя обозначу, покажу, что я здесь, как бы, и не просто как турист какой-то пришел там временно подраться, вот, а я приезжаю, как бы, ну, победить, и себя в голове также настраиваю всегда на чемпионство, на первое место, поэтому, как бы, я депрессники не позволяю, чтобы у меня были, я расслаблен, спокойно, чтобы восстанавливаться при этом. Вот ты сейчас на последней России дрался на кубке, и я вот сижу там где-то с судьями, и там я так, возле меня сидят шиханы взрослые, типа судьи, но они сейчас не судят, а отдыхают, вот сидят. И ты дерешься, и они такие, я уже не помню кто, но такие дядьки взрослые. И они, ты дерешься, и они такие, блин, Лаша вот кайфует, кайфует, вообще класс. Они, вот ты Я вообще, у только меня... бой начался, и они говорят, вот он уже выиграл. Вот уже видно, что он уже выиграл. Ну, у меня такое есть. Я, знаешь, как ловлю такую стихию небольшую, что... Ну, типа, знаешь, ауру такую ловишь, начинаешь уже там за 5-6 боев, там, что ты как воин, знаешь, ты уходишь в такой небольшой транс внутри себя. И ты вот от этой ситуации кайфуешь. И особенно, когда там после боя выходишь, сам настраиваешься, что ты такой, знаешь, как типа самурай, вот вышел, отодрался там. И чем тяжелее бой, как бы тебе от этого еще, ну, выше, острее у тебя Да, такой по выряд. тебе видно такое, да, реально. Ну да, и мне как бы даже вот бойцы, когда там, с кем бы я ни дрался, с известными бойцами, ну, многие меня там спрашивают, с кем тебе страшнее всего подраться. Я всегда как бы говорю, что мне без разницы. Мне наоборот, чем у меня как бы опаснее соперник будет, он меня больше подтолкнет,
к моим действиям, понял, опасным. То есть я могу еще опаснее быть для него. Вот у меня всегда так бывало. И почему там, допустим, с Игорёхой Титковым, когда там словились первый раз, меня там такого, знаешь, рисовали Игорёху Титкова для меня, что это прям просто монстр, он тебя сейчас убьет, разорвет, ну, конечно, просто сломает. А я наоборот всегда, ну типа, ну давай, типа, где ты, давай зарубимся, что типа, посмотрим, что ты можешь там, ну типа. И я, получается, благодаря вот ему и рос. Вот от турнира к турниру мы с ним славливались, и я благодаря ему рос. Потому что в момент страха, как бы, я делал там такие вещи всякие, которые... с простыми бойцами я бы не делал, если бы они мне опасности не составляли никакой. Расскажи вот эту историю, я сейчас расскажу ее. Как-то на сборы, вот как у нас на зимние сборы, всегда приглашают какого-то японца. Один раз пригласили Макото Акаиши, это было, он четверки на мире был как-то четвертым. И как бы ты сдавал какой-то дан на второй, по-моему. Да, ну, не, на первый дан на первый. Сдавал. Да. Сейчас я расскажу, ты будешь стесняться, я расскажу. И надо было сколько там, 10-20 боев подраться. И там бои там меняются, и этот Акаиши говорит: ну я буду последним с Лашей драться, я же японец, я же там на мире в призах. И последний бой, Лаша его посылает в нокаут. Да, арабу. Я даже не понял, что за вообще араба была. Я просто в гору прыгнул. В уставшем состоянии, представляешь, там, 10-й бой. А я тогда, кстати, так и не планировал все 10 боев подряд драться. Понял? Я как бы, я сдавал на первый дан и сдавал в коробке. Короче, я сдавал в коробке спокойно. Ну, думаю, ладно, меня не заметят, и слава богу, что, типа, я так быстренько сейчас дам. И потом что-то Шихан сидит, говорит, там что-то смотрит, а что, говорит, Лаша, так сдаешь, что ли, говорит. Я причем, прикинь, отодрался 10 боев, я там в коробке отодрался между всеми. А он типа говорит, Шихан говорит, стоп, говорит, все садимся. Я думаю, бля, какой-то подвох какой-то, что-то сейчас будет происходить, меня зовет себе. Ну и как бы объясняет, что типа ты сборник, так и так, что типа ты лицо, на тебя смотрят все. Давай, говорит, ты подерешься подряд, типа 10 боев. Блин, еще 10? Да, 10 боев подряд, то есть еще 10, помимо того, что я говорю, что я дрался, он говорит, это все, говорит, ладно, типа давай, говорит, вставай. И я встал, представляешь, там все сели и началась там, короче, такая. Вот, или вон Андрюха пишет, я бы, говорит, попросил сборников, там пишет, пробить отдельно. Вот. И все, и в итоге, представляешь, я встал, там все сели, все сидят, смотрят. У меня эти бои идут, там сборников как бы всех, ну, 10 боев там позвали. И все, я говорю, у меня бывает такое, что фартовый, знаешь, вот какая-то ситуация мелочная. И он выходит, я еще в голове у себя планировал, что сейчас, блин, что-то замучу им, знаешь, подарок. Раз они меня так, ну, подставили, что типа сейчас я им отомщу. Закаиши с этим, понял? А он как раз без перчаток вышел, он там со мной двигается, что-то давай отыграться. Все, и тоже что-то он давай меня там в углу кошмарить, колотить. Я там на отшаге, короче, в падении, короче, арабу ему падаю. Смотрю, он падает, я думаю, блин, случайно. Скучил быстренько, как бы он тоже встал там такой, типа поправился такой, ну, типа, нормально. Я все там, типа, нормально вот так вот. Да, типа, ос, извините, ничего страшного. Все, мы там. Вот такая одна ситуация была веселая. Так. Ну, смотри, я на вас смотрю с Андрюхой, и, блин, я вас иногда подсматриваю, подслушаю, звоню, пишу, подскажите, расскажите. Вот всегда какие-то новые идеи, то какой-то мультфильм, то какие-то рекламы, то что-то еще. Откуда столько идей? Я знаю, что это ты все придумаешь. У тебя всякие, ну, все время новые мысли. Креатив, блин, да. Вообще. Креатив добавляем. Ну, видишь, как бы прет по-хорошему просто. Мы делом своим любимым занимаемся, и нас прет как бы, прет от того, что у нас и мы друг друга дополняем с Андрюхой просто. У него бывают там безумные идеи всякие, там, допустим, я ему там объясняю, почему это, допустим, не пойдет. Там, бывает у меня идея какая-то, которая не реализовывается вообще никак, ну, хотя хочется ее сделать, знаешь, там. И бывает такой нейтральный чувак там рядом, Фарид, там, третий, который там скажет, вот, давай вот так реализуем, я знаю, как реализовать. А мы, типа, как с Андрюхой, знаешь, там, бешеные фантазии, там, ну, планы какие-то там безумные начинаем изобретать. Фара там нам чуть-чуть помогает там адаптировать, знаешь, класс, более реалистично. И получается то, что окружение как бы такое, друг друга восполняем, поэтому получается. Вот, а так идеи, да, креативим постоянно, то есть каждый день что-то новое приходит. От этого и интересно как бы, ну, развиваться, двигаться.
Так, расскажи о своем графике сейчас. Я знаю, что у тебя, Андрюх, 1 500 000 тренировок. Вы тренируете людей, вы тренируетесь сами. Вот, например, ну сейчас такое более расслабленное, сейчас карантин. Вот когда ты готовишься куда-нибудь, я знаю, что у тебя куча тренировок в разных местах. Там в этом доме, в каком-то мы с вами катались, там в разных местах тебе надо приехать потренировать, и еще когда ты успеваешь сам тренироваться, еще сборников тренировать, когда это все у вас получается? Как твой график ты строишь? В основном свое время мы ставим на утро. Видишь, мы утром в основном готовимся, тренируемся сами, по утрам. Да, сами по утрам. То есть мы рано утром встаем всегда и проводим персоналки. То есть вот за счет персональных тренировок мы там себе копейку какую-то зарабатываем на карман. Ну так дополнительно, чтобы у нас было там на бензин еще куда-то. Вот. И в это же время с утра мы занимаемся сами. Просто сейчас режим изоляции это, и время освободилось очень много свободного. Вот. Мы их сейчас забили персоналками. Сами в основном для себя там бегаем. Днем там карате занимаемся, то есть я сейчас онлайн тренирую тренировки карате, вот, и сам там с ними пыхчу, то есть я даже там после онлайн тренировки, то есть сам так же устаю, как и сборников там бывает тренирую, то же самое с ними делаю иногда, вот, по вечерам, ну, там снаряды бывает, покидаем, там, попинаем по мешкам, вот, тоже сами, сейчас вот очень много времени для себя уделяем. Потому что выходные всегда на турнирах обычно, это считай, в пятницу мы всегда улетаем куда-то, это Россия, там, Европа, еще куда-то. Сейчас все свободно, сейчас с собой занимаемся, я параллельно еще... Передышка. Я настолько как бы к этому режиму привык, что каждый выходный что-то делать, что эти выходные еще сейчас придумываю увлечения, там, мы там на дайвинг погружение ходим с Андрюхой, там, тут на доску недавно встал, меня тоже там сподвигли, короче, и это, уже сегодня прикалывались с Андрюхой, что я говорю, давай с парашюта прыгнем, говорю, пока время есть свободное, так вот, все по чуть-чуть попробуем, экстрима немножко. Вот. Ну вот как ты, вот вы... Как у тебя получается совмещать подготовку и тренировки? Потому что многие плачут, что нельзя, если тренируешь, и готовиться нормально. Нужно или то выбирать. У тебя же получается, ну, и ты на достойном уровне дерешься. И все круто. Угу. Как ну, слушай, получается? Как? Это образ жизни, это уже наша жизнь. Мы тренируем карате, ты сам это понимаешь тоже. Как бы, ну, это твоя работа, любимым делом ты занимаешься. Понятное дело, что ты устаешь здесь морально, когда как тренер. Но в то же время, когда у тебя цель стоит какая-то, там, тренировать сборную, там, ребят кого-то там развивать, и при этом клуб твой развивается, там, вы становитесь только сильнее, лучше, вы же эту энергию не тратите в никуда, да, вы же накапливаете постоянно, то есть, и я понимаю, что мы становимся сильнее, и чем больше мы трудимся, чем больше мы выкладываемся сами, то есть, тем сильнее наш клуб становится, вот это, как бы, моя мысль, она меня и ведет, получается, она мне энергии дает. Если бы я понимал, что это как бы все в никуда и все просто так, просто зарабатывать тупо деньги, там, знаешь, на, ну, ради этого работать, тогда бы я был пустой, то есть энергии не было бы по-любому вообще никак. То есть ты бы там материальным миром жил, там, получал какие-то вещи просто так, а духовно не развивался бы. А я вот в том числе и, получается, духовно развиваюсь очень сильно. Ну, да. И сам тоже видишь, если тренироваться не будешь, у тебя энергии не будет. Вот я начал замечать за собой, что там 1-2 дня как-то отдохнул, там ничего не делал, вроде себя пожалел, там, знаешь, думаешь, температура, там что-то слабость какая-то, типа надо отдохнуть денечек, восстановиться. Ну, нет, вообще это еще хуже становится, и в любом случае, я себе поставил цель, что каждый день тренироваться, каждый день что-то делать, чтобы ты там к вечеру даже тебя потом прет, у тебя от своей же энергии, тебя же самого же прет, и ты начинаешь тренировать еще лучше, то есть ты, получается, продуктивнее тренировку проводишь свою, как тренер, вот, и если ты сам тренируешься, если ты выкладываешься хорошо, как бы, как полагается, позанимался, тебя потом еще прет. Вот, и это все так взаимосвязано, знаешь. Если этим заниматься, как бы, ну, действительно помогать будет. Все, понял, понял, есть ответ. Так, планируешь еще выступать на турнирах? Да, да, все, конечно. Класс. То есть, все, деремся, класс. Мы еще не старые. Знаешь, как я вот, блин, смотрю турнир со стороны, блин, когда вот не участвуешь, не дерешься, судишь там, или вот, я сейчас или судил там, или смотришь со стороны турнир, и вот дерутся молодые, ну, кто-то там зеленый совсем выходит, кто-то уже что-то подматерел, кто-то там, ну, какие-то новые бойцы вырастают, что-то смотришь, ну, да, да, это хороший, это нехороший. И когда выходят уже опытные пацаны, выходишь ты, выходит Андрюха, и смотришь, и эти бои турниру красоту
предают, отвечают. И ты сидишь и думаешь, блин, да? Пожалуйста, деритесь еще. Но реально, вы как будто вот, да, вы молодые, там, зеленые, хорошо. И типа, кто-то может сказать, да, старые, там, что-то еще. Но нифига не старые, вы выходите и показываете реальное карате. А старое это все, блин, то, что это все слова. У Навара спросите. Ну да, но ты знаешь, это мотивация, вот опять же мотивация. Человек дерется, он там мотивируется. А я просто когда дерусь, я себя, как получается, в строю ощущаю. Ну, современное карате как бы передаю сам на себя. Вот. И если я там один раз не подрался на России, у меня всегда там с самого детства это меня гложет, что я типа вот пропустил Россию, типа я неудачник, ничтожество. И меня вот по сей день как бы меня это ведет. Я даже вот последний там Кубок России подрался, я себя как бы, ну, вот так вот, типа, в строю, знаешь, ощущаю, что я, типа, тоже в теме и не последний человек, типа, вот. Мне каждый год реально надо так самоутверждаться, знаешь, что я, типа, в теме. Я постоянно, как бы, должен себя в форме держать, чтобы, ну, соответствовать уровню своему. От этого, как бы, и моя школа растет, я передаю сознание. То есть я прихожу с поля боя, грубо говоря, там, лучших бойцов на себе перефильтровал, прибежал в зал, быстренько каждому рассказал, объяснил, что и как. Вот, и объяснил, то есть на себе, по-настоящему взял там, передал знания. Не просто как теоретик, там, допустим, увидел, да, посидел, посмотрел, а вышел на себя, получил эти все удары, грубо говоря. И, не, ну это круто, перевел. Потому что реально, вот ты выходишь, ты вот лично когда выходишь, угу. И бам, зал затихает, и все, внимание на тебя, и люди начинают останавливаться, оба на... Что-то будет, да? Ну прикинь, вот я думаю, мне казалось, раньше такого не было, или я не обращал внимания, когда дерешься, но ты когда, вот ты выходил, все прям раз такие замерли. Потом ты подрался, а раз опять суета пошла такая. Все там все видят. Ну, реально классно смотрится. Так, 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 так. Спасибо. А, ну вот, это уже следующий вопрос ты уже ответил. Что тебя мотивирует выступать на таком высоком уровне? Ну, не знаю. Ты уже все сказал. Ответил, да. Так, 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 так. Помимо карате, чем ты еще занимаешься? Ну, в смысле, каким-то спортом, что-нибудь еще делаете? Дайвинг? Сейчас у вас... Слушай, это все... А, какие-то боевые... Это все увлечение, это же я тебе говорю, мы выходные просто так и так куда-то ездим на Сыревую, а сейчас, как наркоманы, знаешь, такие, мы выходные не можем просто посидеть дома отдохнуть, просто даже лечь отдохнуть, обязательно чем-то заняться. Я говорю, что там сейчас суббота, допустим, с утра уже опять запланировал, там в 8 утра себе тренировку, думаю, ну нафига, вот сядь просто в субботу, отдохни, весь день поспи просто, ну, у меня вот так не получается, то есть обязательно что-то должно произойти, там, сходить погрузиться там в субботу, там, в воскресенье куда-то там пойти в футбол поиграть, еще что-то поделать, то есть, ну, я уже... Я тоже не знаю, откуда у тебя энергии столько вообще, вот, ну, да, вот реально, уже привык, знаешь, ты уже в потоке, как бы, ты не можешь, наоборот, отдохнуть от этого всего. Для меня, вот, знаешь, гибель была, когда я неделю попробовал посидеть, когда вот только карантин настал, вот эта самоизоляция. Все сели дома, помнишь, там, я думаю, вот кайф, все, я сел дома, сейчас буду отдыхать, кайфовать, кинчики смотреть. Но вообще ничего подобного, и 3-4 дня у меня началось мучение просто, у меня были ломки, то есть у меня там спина болеть начала, там колени болеть начали, от того, что, знаешь, как бы организм привык все время двигаться, что-то делать, и тут я как в тюрьме оказался, знаешь, заключенный. Я просто тупо через 4 дня побежал на улицу, представляешь, начал бегать каждый день там по 10 километров, чтобы у меня да, хоть как-то организм, знаешь, разгружался, и я хоть начал как-то кайфовать. И я так пробежал за время самоизоляции километров 500, представляешь, ну, то есть вот так вот, каждый день прям бежал и бежал, бежал и бежал, просто наслаждался, как, знаешь, как отдых себе ставил, как прогулку просто. Смотри, и вот тут вот... пишет, вот у меня занимает один ветеран, которого мы как хотим в будущем его в тренерство окунуть. Вот он говорит, если уже заговорили про старых, у тебя тренируются взрослые люди, которые пришли после 40. Я знаю, что у тебя тренируются люди, которые пришли после 40. И даже расскажи про вашего пацана, который вот Савичев или как? Вот, который Дима Савичев, да. Чемпион мира стал. Да, ну это он у Андрюхи тренируется по утрам. Тоже вот опять же начал персонально заниматься. Потом мы его там адаптировали потихоньку уже под киокушин полностью. А он просто раньше занимался киокушином, и тут возникло желание ему вернуться. Вот.
прошло там время какое-то, он вернулся, полностью адаптировался, начал уже со сборниками даже тренироваться, на спарринге ездить. Я просто вижу его там у вас, у кого-то в интрухе или у тебя, не знаю, везде на видео постоянно, там, каждое утро снимаю его. Я уже его привык зрительно видеть. Да. И он, и тут приезжаем на чемпионат мира, и он чемпион мира становится. Я же за него рад был, честно. Думаю, ну, ветеран представит. Да, да. Ну, то есть он себе цель поставил, он такой, как бы, этот, амбициозный. И это добился, то есть Андрюха его довел. Они до этого месяц у Чедеши прошли, там прожили в у Шихана. И он тоже, да? И он тоже, да? Да, и он тоже прям с ними, да, с Игорем Загайновым, вот они втроем там. И, ну вот у тебя тренируется этого... кто свыше 40 лет, потому что у некоторых сомнения, вот начинать, не начинать в этом возрасте. Тренируются, ты что, тренируются? Я в последнее время вообще пропагандирую эту тему, вот родителей там, своих детей, затягиваю прям плотно и договариваю, чтобы они занимались, и мотивирую их сам, как бы, когда у меня там время есть свободно, я их вытягиваю постоянно, то есть с детьми вместе там призываю, чтобы они там бегали. Но результат есть. Результат есть, конечно. И они цветут, они прям вторую жизнь обретают. И благодаря Киокушину, вот у меня сейчас опять ветераны там, ну, условно говоря, ветераны взрослые занимаются иногда, им там по 35, там, по 36. Вот. И они цветут, они, то есть они заново начали ощущать там уже какие-то силы, там, знаешь, желание заниматься, изучать какой-то стиль новый. То есть и для них Киокушин как бы вот такой вот настоящий, то есть, ну, заразительный. И они мне все говорят спасибо, что типа вот мы так вот передаем прям. Как ну, он то есть, есть. Им спокойно, свободно можно уже и выступать по ветеранам, вот этим людям, которые пришли, да, после 40, да? Ничего такого нет в этом. Это наоборот круто. Да, наоборот, круто, наоборот, люди цветут, то есть в этом возрасте это только начало, 40-то лет, это вообще мы о чем говорим, это еще молодость, я считаю, 40 mm-hmm. лет, это взять Магу Мицаева того же, 44 года, да, или сколько он там, Россию? Ну, где-то был. Что-то такое, да. Да, ну, грубо говоря, в 44 шлепнул Россию, на которой там мастера молодые. Спорта дрались, молодые пацаны, он просто взял их, разнес. Вот 44... И правила новые не помогли никому, и ничего. Да, да, ни правила не помогли, ничего не помогли. Обычная мужицкая такая сила, то есть кавказская, она да. продолбила всех. Вот, вот и... даже у вас пацан есть Серега Пазинский, правильно? Серега, да, Пазик тоже. Приезжал ко мне вот, в зал, ездил со мной к Максу, и он все время там, сколько ему лет? Не, ну он чуть постарше меня, он такой не совсем ветеран. Нет, Серега Пазинский, он мой, наверное, ровесник, может чуть постарше. Да, он не сильно там старый, да, но он себя да. как бы считает ветераном прям. Я ветеран. И он такой на тренировке всегда... А можно с тобой, можно с тобой? Я говорю, так там как бы, вон пацаны, у тебя ж, а типа там, ну, по кругу идем, подходит очередь да. там кому-то. Я говорю, так у тебя ж пара есть. Не, я с тобой, можно я с тобой? И, блин, становится такой, а он неплохой такой, он прям сильный, да, он упасится, да, упирается. Я говорю, ничего себе, нормальный пацан. И не боится, просится. И молодец да, такой, да. крутой, молодец. Волевой вообще Серега, как бы он этот... Он такой характерный, он желанием, знаешь, занимается, ему нравится. Это опять же, видишь, почему? Какой-то промежуток времени он завязал, а потом вернулся в карате, видать, в суматохе работы, там, еще каких-то событий там семейных. И он как бы от этого дела отошел, а сейчас вернулся и с новыми такими, знаешь, эмоциями, желанием как бы познает стиль. И его прет по-хорошему. Вот у меня тоже там периодами бывает там, все равно мы всю жизнь занимаемся, да, карате, и бывает такое, что это все равно приедается. Вот, и мы эти знания обновляем разными там методами, там, иногда деремся много на соревах, иногда там чуть ли не ката изучаем, иногда на семинары ездим, проводим, и мы вот таким образом себя разгружаем. Вот, от этого как бы вот, если человек будет обновлять свои какие-то там вот эти потребности, он будет все время получать удовольствие. Так, хорошо, смотри, вопрос такой, мы как бы его косвенно затронули, но я сейчас тебе объясню. Как ты отдыхаешь от работы и от карате? Это имеется в виду, что вот у тебя работа карате, у тебя ты сам готовишься по карате. Понятно, что когда ты всегда в это погружен, немножко это напрягает. И нужно отвлекаться, заниматься чем-то другим. Ты говорил, что там дайвингом начали сейчас заниматься. Чем ты вот отвлекаешься? Порядка что-то там пищало. Есть? Чем ты отвлекаешься от карате? Бывают такие дни, там раз в месяц, два раза в неделю, там не знаю, сколько-то раз, во сколько-то времени, что ты отвлекаешься полностью от карате, и чем ты занимаешься, чтобы чисто мозгами отойти просто от этого? Ну,
Слушай, это по-разному. Это как бы интересно мне. Потому что я знаю, что некоторые UFC-шники, там некоторые борцы, я смотрел интервью, они говорят, надо раз в неделю заниматься чем-то отвлеченным от своего спорта, там побегать в пейнтбол, поиграть, поплавать, на мотоциклах покататься, ну что-то такое. Слушай, по-разному. Я в основном целыми днями в зале, и как бы я отвлекаюсь, там, знаешь, как вот с друзьями вижусь, там гуляю по вечерам. Я себя как бы ничем так и так не ограничиваю. Понимаешь, в чем прикол? Что я не то, что там занимаюсь карате, и я такой весь ограниченный, зажатый, закрытый там в своем пространстве. Знаешь, что тупо вот так вот смотрю и изучаю только карате. Не, я занимаюсь карате, я могу параллельно и с друзьями встретиться, там могу и поиграть в футбол, могу и что там, чтобы отвлечься мозгами, их надо иметь. Это Димас Маликов. Да. И это. Вот. Понял, да. И получается, я себя ничем так и так не ограничиваю. Если захотел там отдохнуть, я могу отдохнуть, выделить там сутки на это и отдохнуть. Так, твои медали за спиной. Покажи самую любимую, расскажи о ней. Нет, это не все мои медали, это клубные в основном медали, общие. Вот. Димон от души. Вот Димон Смоляков, кстати, пишет, он сейчас прикольные блоги снимает, там у него «День с чемпионом», может, видел там на Ютубе канале, про бойцов UFC, кстати, очень интересно. Надо посмотреть. Я прорекламировал, видишь, он мне должен. Все, красавчик. Вот, и про то, что рассказывал, да, как отвлекаюсь. В принципе, я себя не ограничу ничем, я всем занимаюсь, чем хочу, и как бы параллельно просто пытаюсь совмещать с карате. Чтобы это в суматоху не падало ежедневно, там то же самое карате. У меня же график расписанный определенный. Вот, не, ну вот круто. Я к вам сколько не приезжал, и как-то у вас так все. И хоть и работа постоянная, но как-то у вас так отдыхаешь душой. У вас время какие-то шутки, где-то вы пошли, в какой-то посидели куда-то, где-то что-то встретились с кем-то. И всегда, как бы по кайфу, все как ну, реально отвлеченно все. Не только карате. Да. А меня вот это как бы и успокаивает. Даже когда тренировки там начинаются, я вроде как бы и тренирую, и вроде я отдыхаю, как бы ну, наслаждаюсь процессом. Вот, и там приезжают всякие люди разные, известные, там, ну, гости, да, они никак, ну, никак не чувствуют никакой разницы, там, я занят, там, работаю, допустим, или им занимаюсь, да, он параллельно сами в теме, то есть тут же сразу, там, в зал зашел, там, мы чай попили, пообщались, там, у меня тренировка. Да, так вы меня тоже возили, и как бы вы занимались, поехали в тот зал, там, ты потренировал, а я с Андрюхой побыл, Андрюха потренировал, я с тобой побыл, и такое классное. Да, и мы старались, чтобы ты как бы все время был увлечен. Да. Нету такого, знаешь, как там я бывало приезжал, не буду называть фамилии, и просто там приедешь в другой город, знаешь, один, звонишь там тренеру, а он там занят весь день, то есть у него весь день работа, представляешь, а там через сутки тебе уезжать, представляешь, и ты, грубо говоря, думаешь, ну, блин, он как в заложниках, он как в тюрьме, знаешь, вот там, в Тюркушиновском, как бы, зачем такая работа нужна, если ты не можешь там в какой-то момент поменять там тренировки, потому что у тебя там гость какой-то приезжает важный, да, там твой друг, там сборник, еще кто-то, то есть уделить ему время, да, зачем такая работа нужна? Поэтому работа должна приносить удовольствие, у тебя должно быть все так правильно расписано, чтобы тебе это никак не мешало графику твоему, личной жизни твоей. Вот. Да, тем более, там у тебя есть и семья, и еще что-то дополнительное. Они страдать тоже не должны. Расскажи, давай по ходу ответим. Топ лучших твоих бойцов любимых в Киокушине? Пять. Пять. Современных. Да? Современных. Димон тут пишет, расскажи, как Калининград приезжал. А, Димон из Калининграда, а потом здоровый? Да. Который с одним известным тренером немножко подал. А, так это крутой пацан. Это будет Димон надолго, если я сейчас буду рассказывать, как мы приехали в Калининград. Мы там остались просто. Димон крутой. Тот город, который охота приехать снова. Димон там просто по-бомбически встретил нас, и потом, если где-нибудь еще встретимся, расскажу. Вот. Про что я рассказывал, что забыл? Пять современных крутых. Первый ты. Ну, второй. Не, у себя я не крутой. Я себя для себя вот уже не считаю таким крутым. Было время, когда я себя считал там в топе, и если там
где-то меня кто-то спрашивал, кого там считаешь крутыми бойцами, я себя говорил, что я тоже крутой боец, и замотая кого хочешь, то есть меня кто-то там хвалил, когда каратистов каких-нибудь, я всегда говорил, что давай, мы с ним замесимся, подеремся вам, приходи в зал, и будем драться, выяснять, кто круче. Вот. А сейчас как бы я адекватно смотрю и себя оцениваю в рамках своего веса, ну так, среднее, как бы, могу угрозу там какую-то составить, ну не так, чтобы прям в лидерах. Вот. А так мне нравится очень Тагахаши, то есть такой вот и стиль бойца смотреть. Прям взрывные, опасные, техничные бойцы нравятся. То есть Тагахаши, которые эффективны, там, ну, в принципе, эффективны для своего веса. Mm-hmm. И очень такой, знаешь, морально устойчивый. То есть у него не бывает такого, что он там бои просто отдаст, у него живот заболел, и он всеми проиграл. Не, ну только если это не этот, не Лузин. Если, не Саня Еременко. Или Лузин, да? Не, ну вот даже ты с ним дрался, когда на мире абсолютном, да? Он так. Ну он задний вообще не дал. Он прям вообще, то есть учитывая, что ты его и потяжелее будешь там, ну все равно, да? Нет? И мы сейчас, не, мы одинаковые, но я сейчас бой пересматривал, но он вообще задний не дал, он вообще мужик. Да, да, то есть он так прям жестко упирался, прям этот... Такой мощный очень. Вот. И если дальше смотреть топ-бойцов современных, ну, это Лузин, наверное, кто эффективный самый, то есть, ну, такой... Питбуль. Да, просто который без тормозов. Все, у него отстегнуло и побежал просто ломать человека. Просто его надо держать, знаешь, там, на поводу, его просто так не выпускали. Человек, который не устает, мы тут недавно даже прикалывались над ним, что он тут бегал и просто тупо пробежал 42 километра. Просто, я, ну, видел, там, да, в Инстаграме. Да, да, да. Он просто сходу взял, побежал. Я ему пишу, сколько? Андрюха говорит, он, наверное, даже не думая, говорит, просто побежал и забыл, наверное, что время у него засеклось, его 42 километра просто бомбанул. Ну, это такой тоже считает. Отчаянный, как бы, отчаянный, мощный такой боец, то есть мне вот такие вот нравятся, то есть, которые люди без тормозов, вот. Ну, и в то же время у них техника есть, то есть технический арсенал хороший, они работают над техникой много, и это тяжело, это сложно. Это не тупо там человек руки лоу-кики, ничего больше не умеет, кроме этого. То есть, ну, это техничные бойцы, которые трудятся очень много. Ну, это Саня Еременко тоже, как бы, ну, я считаю, в топе. В любом случае, это адекватно будет, и, как бы, ну, да, не секрет будет, что, как бы, ты в топе, потому что у тебя тоже все данные есть для того, чтобы там побеждать. Есть масса определенная, дурь, то есть вот это вот сильное. Я сам с тобой дрался, как бы я уже знаю, там, как вот происходит, как есть. Сейчас мы расскажем еще об этом. Преимущества. И при этом для своего веса, как бы, ты еще машешь ногами, то есть ты тоже создаешь угрозу какую-то, нокаутирующий удар у тебя там есть свой, вот этот Учи Маваши там или как. Вот. Ну и Ушира Маваши тоже опасный. Поэтому тоже считаю, что в топе это троих, да, я назвал. Вот четвертого еще кого бы я там добавил? Легкачей добавил бы, наверное, это Алим Юнусов, то есть опасный такой боец. Это не совсем легкач, и в то же время он весит 70 килограмм, но вот я с ним, допустим, дерусь там с тем же 80-чиком и подерется спокойно. Как бы, ну, он бьет хорошо руками. Он очень хорошо бьет, саживает так это. И резкие такие ноги у него прям, ну, в порядке. Вот, опять же, из легкачей, если выделить, ну, Ашот Зарянян, наверное, что-то он в последнее время пропал, что-то я его не вижу, не слышу, и этот как-то о себе не заявляет, он не пестрит в интернете, короче, вот, ну, Ашот Зарянян... Что-то он мутит, эмоционально... мы-то знаем, но он молодец. Да, с кавказским таким этим, знаешь, оттенком, у него все как полагается. Когда вот это, он, когда он становится... Да, заряды, вот это, лбом потолкаться там, в грудь подняться. Ну, в этом как бы и особенность, личность такая как бы интересная. И да, как бы, ну, он в топе тоже, и пока вот я считаю, что современное карате брать, если он там драться будет дальше, пока в топе, вот она, наверное, пятерка, которую закрою. Все, Лаша, сейчас я сохраню и еще раз заходим. Uh-huh. Закончился наш эфир, сейчас, давай. Давай, ты что, перезвонишь? Я зайду еще раз, и ты входи опять. А, давай. Ага, давай.